Ко дню независимости в Шиелийском районе приурочили соревнования по казах-куресе среди работников культуры «Унер Барысы». На татами вышли 20 борцов. Это акыны, юмористы, артисты. Каждый решил испытать свою удачу. Выражаем благодарность предпринимателям района, молодежному центру, отделу культуры и спорта за организацию и поддержку мероприятия. Желаем удачи всем спортсменам. Цель мероприятия – показать, что творческие люди талантливы не только в различных искусствах, но и в спорте. Надеемся, что это мероприятие станет традиционным. Борцы соревновались в весе от 66 до 100 килограммов. По итогам напряженных поединков команда «Арыстан» под началом акына Иран Гайпа Кузимбаева завоевал главный приз и звание «Унер Барысы». Команда «Кири» и «Жанибек» заняли второе место. Замкнула тройку сильнейших команда «Сункар». Каждый, кто поет или играет на дамбре, все они разбираются в спорте. Сегодня мы доказали это. Хочу выразить благодарность организаторам турнира. Затем состоялся захватывающий турнир тиепалуанов. Здесь не было равных Бекжану Ержигиту. Сегодня все доказали, что они сильные. В командном зачете мы завоевали первое место. Я еще участвовал в поединке тиепалуанов. Соперники были сильные, но удача была на моей стороне. Победителям первого турнира «Унер Барысы» были вручены специальные дипломы, памятные медали и денежные призы. Амина Усенова, Дәулет Сахид, Санжар Мансур, Дархан Тохсаид, телеканал «Кызылорда».